Здорово, одноклубники. Вот, короче, мы с Андреем Хабаровским провели исследование по амортизаторам задним. Я ему подкинул информацию. Сначала он проверил, купил во Владике амортизаторы Каяба масляные. Сейчас вот я купил на замену Вадиму. Вот у нас тут МПВшка на ремонте стоит. Вот. Купил ему газонаполненные. Вот. Амортизаторы эти по размерам пуля в пулю наши. С одним маленьким рикошетом. За нижнее отверстие. У нас 14, здесь 12. Верхняя 20. Саленблок точно такой же, как у нас. В смысле, по ширине, ухо. Нижняя тоже все то же самое. Короче, два саленблока. Амортизаторы это Mazda B2500, Mazda BT50, Ford Ranger, Mazda Proceed Marvi, полный привод. У заднеприводных этих машин названных, у них здесь втулки, простые резиновые втулки, стальная втулка есть, нет, не помню, вроде бы нет. Короче, как у Газели, как у Волги, как у Газели, когда просто две резиновые втулочки болтом стягиваются. Вот. Единственная проблема, это остается нижнее отверстие 12. Вот. Но можно что сделать? Можно болт проточить вот, на 12, потому что наш 14. Вот и все изменения. Аналогов таких амортизаторов на эти машины полно. Ценники там от 1000 начинаются за амортизатор разных производителей. Вот эти конкретно стоят что-то 2600. Вот эти 2600 обошлись вот, за амортизатор. Вот. Масляный Андрей купил что-то 1000 по 2, наверное, а то и дешевле. Каябовский во Владике он брал.